Подозреваемый в нападении на 6-летнего мальчика в Ожеге задержан. Сотрудники полиции обнаружили его в квартире знакомого. Напомним, происшествие произошло 20 июля. Двое молодых людей позвали ребенка к гаражам, и там подозреваемый нанес побои мальчику. Как сообщает Следственный комитет, в беседе молодой человек сознался, что мотива для нападения не было. В момент преступления он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В настоящее время следователи решают вопрос об избрании задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Выясняются все обстоятельства произошедшего. 3-летний мальчик пострадал в аварии в Череповце. ДТП произошло накануне около 12:50 на улице Олимпийской, у дома номер 29 во дворовой территории. По информации ГИБДД Череповца, женщина-водитель на автомобиле «Шкода Фабия», двигаясь по дворовой территории, сбила 3-летнего мальчика. В результате аварии ребенок получил ушибы головы и правой ноги. Направлен на амбулаторное лечение. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Два дома сгорели в Харовске. Происшествие произошло накануне. По информации областного МЧС, первое сообщение на пульт системы 112 поступило в начале 12 часа ночи. Сгорелся 4-квартирный деревянный дом, принадлежит муниципалитету, нежилой. В результате пожара дом был полностью уничтожен огнем. Позже спасателям вновь пришлось выехать на это же место. Горел соседний деревянный дом, там также никто не проживал. В обоих случаях предварительной причиной происшествия называют поджог.